ведущая передачи «Уголовный процесс» Литвинова Софья Владимировна, адвокат, член коллегии адвокатов «Альфа». Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу вам вновь представить нашего приглашенного гостя Юрия Владимировича Кириленкова, судмедэксперта и юриста. Здравствуйте, Юрий Владимирович! Здравствуйте, Софья! Я в руках держу статью, которую вы предложили в публикации журнала «Уголовный процесс», и которая в ближайших выпусках будет опубликована. Отказ прокурора от предъявленного обвинения и освобождение от уголовного преследования. Защите помог специалист. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, о чем эта статья и основные постулаты, которые вы доносите до читателей. Значит, эта статья о том, как машина правосудия с разбалансированным сломанным колесом едва не вкатала в асфальт водителя маршрутки. А теперь подробнее. Водителя маршрутки обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшей женщине, которую он взял в маршрутку стоя ввиду отсутствия мест. В результате экстренного торможения маршрутки женщина упала и якобы повредила шейный отдел позвоночника. Юрий Владимирович, расскажите, пожалуйста, на чем основывалось обвинение и чем оно подтверждалось, какими доказательствами? Обвинение основывалось на результатах двух проведенных по делу судебно-медицинских экспертизах, в которых были установлены переломы 5-го и 6-го шейных позвонков, и установлен тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Причем первая экспертиза была проведена по определению ГИБДД в рамках КОАПа, а вторая экспертиза проведена тем же экспертом, но в рамках Уголовно-процессуального кодекса, и обозначена она была как дополнительная. Так, и расскажите, пожалуйста, эксперт пришел к выводам о наличии тяжкого вреда здоровью в результате причиненных травм, так я понимаю? Да, верно. Адвокат, который защищал подозреваемого, а впоследствии обвиняемого, по результатам получения результатов второй дополнительной судебно-медицинской экспертизы, будучи несогласным с выводами, обратился ко мне как к специалисту, и я изучил данные экспертизы и пришел к однозначному выводу об отсутствии какого-либо вреда здоровью, даже и среднего, и легкого вреда здоровью. Совместно с адвокатом было составлено ходатайство о назначении повторной судебно-медицинской экспертизы. Но данное ходатайство было проигнорировано следствием, впоследствии проигнорировано и надзирающим прокурором жалобы адвоката по данному ходатайству, и дело было направлено в суд. Юрий, расскажите, пожалуйста, но раз было ходатайство адвоката-защитника было отклонено, каким образом следователь вышел из положения? В большинстве случаев дополнительную или повторную экспертизу заменяют допросом специалиста, допросом эксперта. Как было в вашем деле? В данном деле следователь, вопреки требованиям закона, не назначил повторную экспертизу, а действительно подменил его допросом эксперта, в котором эксперт подтвердил имеющиеся выводы о наличии переломов двух шейных позвонков, а также высказался о возможности причинения повреждений в конкретных обстоятельствах, в обстоятельствах, изложенных следствием. В данном случае, конечно, эксперт не мог высказываться в допросе по данным вопросам, поскольку данные вопросы требовали проведения дополнительных исследований, соответственно, производства и назначения дополнительной экспертизы. А как часто в вашей практике вообще были случаи, когда вместо назначения дополнительной повторной экспертизы следователь, дознаватель, правоохранительный орган, занимающийся расследованием преступления, заменяет именно такое следственное действие, как экспертизу, именно допросом эксперта, который провел предыдущую экспертизу? В последнее время мы сталкиваемся с этим все чаще и чаще. И вопреки требованиям закона, вопреки разъяснениям Верховного суда о судебной экспертизе 2010 года, где категорически запрещено подменять проведение дополнительной или повторной экспертизы допросом экспертов, следствие пренебрегает данными требованиями и, минуя обязательное назначение экспертиз, направляет дела в суд.
что впоследствии приводит к назначению в суде повторных и дополнительных экспертиз и к положительным результатам нашей экспертной работы и вашей работы как адвоката. Скажите, пожалуйста, какие доводы защиты адвоката или ваши доводы привели к тому, что суд все-таки решил и назначил повторную либо дополнительную экспертизу? И каким выводом пришла эта экспертиза? Ну и еще сразу задам вопрос, был ли допрошен в суде эксперт, который провел первые две экспертизы с неверными выводами? Я начну с последнего вопроса. Эксперт не был допрошен, несмотря на то, что он стоял в списке обязательных лиц к вызову в суд. Эксперт избегал допросов, избегал явки в суд, но защита, ввиду отсутствия эксперта на допросе, обеспечила явку специалиста, то есть меня, в судебное заседание, в котором попросила ознакомить меня с материалами уголовного дела, а также с медицинскими, со всеми медицинскими документами, включая рентген-снимки и КТ-снимки шейного отдела позвоночника. По результатам изучения данных снимков в судебном процессе, без составления какого-то предварительного заключения специалиста, я высказался и обосновал отсутствие какого-либо вреда здоровью и, в принципе, отсутствие переломов тел шейных позвонков. Кроме этого, я указал суду на то, что дополнительная экспертиза, которая легла в основу обвинения, была назначена и проведена не в соответствии с законом, а именно для производства дополнительной экспертизы эксперту не предоставлялась первичная экспертиза, и выводы дополнительной и первичной экспертизы, они немножко противоречили между собой в отношении локализации телесных повреждений. Кроме этого, имелись существенные дефекты в двух проведенных экспертизах, а именно в том, что эксперт, несмотря на предоставление диагностически значимых материалов в виде рентген-снимков и КТ-снимков, проигнорировал их исследование. То есть ГИБДД и следствие предоставляло эксперту данные материалы, они были прописаны в постановлении и в экспертизе, однако не подлежали исследованию. Я остановлюсь на таком моменте. Вы сказали, что один и тот же эксперт в рамках и производства по делу об административном правонарушении, и при производстве уголовного дела проводил первичную и повторную экспертизу, но выводы были различны. А лицо эксперт один и тот же, да? Да, верно. Но это была первичная экспертиза и дополнительная по первичной. Какие доводы вы привели для суда, чтобы убедить его в назначении еще одной экспертизы, которая бы раскрыла именно, какие именно телесные повреждения имели место быть и их тяжесть? Что повлияло на суд? Я думаю, что все в совокупности. Во-первых, это я указал на процессуальные нарушения в назначении проведения экспертиз, в отсутствии каких-либо обязательных методик для проведения конкретного вида экспертиз, в противоречиях между исследовательской частью и выводами эксперта. Большую роль сыграло указание в медицинских документах о наличии перелома остеофита шейного позвонка, пятого или шестого шейного позвонка. Остеофит – это патологическое разрастание костной ткани, то есть это патологическое разрастание как результат имеющегося ранее хронического заболевания. И перелом, даже повреждение этого остеофита, он никак не может квалифицироваться по степени тяжести вреда здоровью, поскольку является следствием имеющегося хронического заболевания. Кроме этого, я воспользовался правом задавать вопросы участникам процесса и обратился к потерпевшей с просьбой разъяснить обстоятельства травмы, которые не совпадали с имеющимися повреждениями, с якобы имеющимися повреждениями, а также с обстоятельствами обращения ее в лечебное учреждение. И мы узнали, что за медпомощью она обратилась только спустя 2 дня после травмы. То есть ДТП прошло, она работала, осуществляла свои трудовые функции, и только после вторых суток, проснувшись на ночном дежурстве и вставая с кровати, она почувствовала боль в шейном отделе позвоночника. Обратилась, внимание, к своему знакомому рентгенологу, минуя направление травматолога и первичный осмотр. Провели незаконное рентгенологическое исследование шейного отдела, посмотрели снимок и якобы установили там перелом двух шейных позвонков, обратились к травматологу.
Очень важно отметить, что данная потерпевшая является сотрудником лечебного учреждения, в котором ей был выставлен диагноз перелом двух шейных позвонков. А судебно-медицинское отделение судмедэкспертизы базируется на территории данного лечебного учреждения. Ну, это, конечно, прекрасно. Ну, и тогда я задам вам следующий вопрос. Как вы думаете, что повлияло на результаты последней экспертизы и каким образом эксперт первый, проводивший первые две экспертизы, не увидел того, что увидела последняя экспертиза и неверно квалифицировал тяжесть вреда и вообще наличие перелома? Я думаю, что здесь речь может идти как о предвзятости ввиду, так сказать, коллегиальности эксперта и потерпевшей. Они оба медики из одного города в одном, на территории одного лечебного учреждения работают. Это может быть связано с некомпетентностью эксперта, либо это может совокупность имеющихся стечения всех обстоятельств. И расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, для того, чтобы они могли, да, в дальнейшем ориентироваться в своей работе, насколько необходимо обязательное изучение результатов первичной экспертизы при проведении дополнительной или повторной экспертизы, ну и, соответственно, какими нормативными актами это регулируется. Значит, изучение первичной, предоставление эксперту и изучение экспертом первичной экспертизы при производстве дополнительной обязательно в 100% случаев. Статья 207 Уголовно-процессуального кодекса конкретно не разъясняет эту обязанность. Но, исходя из диспозиции данной статьи, становится понятным, что дополнительная экспертиза назначается тому же либо другому эксперту для разрешения дополнительных вопросов или для изучения дополнительных материалов, которые стали известны в ходе расследования данного дела. И ее изучение является крайне необходимым, поскольку эксперт разрешает исключительно дополнительные вопросы. Он должен иметь в виду результат первичной экспертизы. Также мы найдем обязательство, обязанность в изучении первичной экспертизы и во всех комментариях к данной статье 207 УПК, а также в комментариях к статье 20 Федерального закона о государственной экспертной деятельности. И скажите, пожалуйста, нашим зрителям, какая была заключительная экспертиза по делу, к каким выводам пришел эксперт и какое решение принял суд? Значит, заключительных экспертиз по делу было две. После моего выступления прокуратура и суд согласились с назначением повторной экспертизы и назначили экспертизу в отдел сложных экспертиз Регионального бюро судмедэкспертизы. Результат данной экспертизы не порадовал прокуратуру, поскольку эксперты установили средней тяжести вред здоровью. Защиту этот вывод полностью устроил. Однако я категорически был не согласен, поскольку и средней тяжести вреда здоровью там не имелось. И легкого вреда здоровью также не имелось. Но защита не стала оспаривать выводы этой экспертизы в этой части. Прокурору не понравились выводы повторной экспертизы, и он положил в обоснование назначения еще одной повторной ровно те доводы, которые закладывали мы при обосновании назначения настоящей повторной экспертизы. Суд пошел на встречу прокурору и назначил следующую, уже третью по делу, вторую по делу повторную экспертизу. И результаты этой экспертизы были аналогичными. Установлен средней тяжести вред здоровью, однако, внимание, установлен переломы шейных отделов позвонков не установлены, но установлен перелом остеофита шестого шейного позвонка, который эксперты обозначили как свежий. То есть спустя полтора года после инкриминируемого деяния у потерпевшей обнаружили свежий перелом остеофита, который в принципе не должен квалифицироваться по степени тяжести вреда здоровью, но они квалифицировали как средней тяжести. И даже если квалифицировали, то давность его должна соответствовать в пределах нескольких недель к моменту производства повторного КТ-исследования шейного отдела позвоночника. То есть по всем основаниям даже средний вред здоровью этой даме не был причинен в результате того ДТП. Но всех устроила данная экспертиза, и прокурор, руководствуясь
совестью, законом и здравым смыслом отказался от предъявленного обвинения в полном объеме. Ну, это великолепная работа, это совместная работа с защитником, поэтому могу выразить только удовлетворение вашей работы и благодарность за участие в делах и помощь как защитникам, адвокатам, так и самим подсудимым. И благодаря такой работе таких специалистов, как вы, мы можем отстаивать закон и справедливость все-таки в судебных заседаниях. Ну и последний момент, на который я хотела бы обратить внимание, расскажите, пожалуйста, нашим зрителям 23-24 пункт методических рекомендаций по определению тяжести вреда, из которых вы указываете, что при производстве судебно-медицинской экспертизы в отношении живого лица, имеющего какое-либо предшествующее травмирующее либо заболевание, либо повреждение части тела с полностью или частичным утратой функции, учитывается только вред, причиненный здоровью человека, вызванный травмой или же причины с ней связаны. То есть поясните, пожалуйста, как это трактовать юристам, вот эти вот положения. И пункт 24, что ухудшение здоровья человека, имеющегося до травмы, не может влиять на квалификацию травмы. Вот как это учитывать с учетом изучения результатов судебно-медицинских экспертиз? Вопрос понятен. Значит, в двух словах, если у человека имелось ранее какое-то заболевание, и оно обострилось в результате травмы, то данное обострение не должно учитываться и оцениваться по степени тяжести вреда здоровью. В рассматриваемом случае это перелом остеофита, патологического костного разрастания шейного отдела позвоночника, имелось у потерпевшей до травмы, задолго до травмы, как проявление хронического заболевания, и обострение, а именно его перелом, якобы его перелом в результате травмы, который в принципе не установлен, не должен квалифицироваться по степени тяжести вреда здоровью. Вот это наглядный пример того, где может использоваться вот этот пункт 23. Вот. То есть имеющееся ранее заболевание не должно учитываться при определении степени тяжести вреда здоровью в результате травмы, после которой наступило ее осложнение данного заболевания. Я вас благодарю за такую работу, я вас благодарю за статью и возможность с вами пообщаться и разъяснить нашим зрителям особенности и тонкости работы судебно-медицинских экспертов. Я надеюсь на ваши дальнейшие публикации в журнале «Уголовный процесс», а также, что вы будете приходить нам в гости и разъяснять нашим зрителям особенности вашей работы. Да. Спасибо, Софья, спасибо за сотрудничество. Благодарю.